Скоро стартует чемпионат Мексики. Это позволяет говорить о том, что на разных уровнях готовности все-таки находится и та, и другая команда. И, в общем, если брать именно тонус игровой, да, и какую-то сыгранность, опасный момент и гол! Морган Шнайдерлен принимает поздравления, но уже на 5-й минуте он открывает счет в этой встрече. Ну вот, хотел я развить мысль о том, что, наверное, Америка с точки зрения готовности, да, и обретения оптимальных кондиций все-таки чуть-чуть впереди, чем Манчестер. Кому какое дело? 5-я минута, Морган Шнайдерлен 1-0. А передачу ему отдал Хуан Мата. Ну, удар-то, конечно, неказистым получился. И, по-моему, из-под Гуэмеса, опорного полузащитника, Шнайдерлен нанес этот всесокрушающий удар. Ну, я думаю, что с учетом